И ни одного раза партия регионов за эти законы не проголосовала. Это уже имело место. Поэтому, слава Богу, может быть, сейчас они уже понимают, насколько это тема актуальна. А вы журналист, девушка? Украли квартиру. Два года бегаем. Что же это за лоха? А кто украл квартиру? Мошенники, два года не могут войти инвалид в квартиру. В Киев ехать там, на Майдан? Да. Как там ехать, посоветуйте. Наверное, на Майдан. На Майдан за горло брать. Добрали его, он чуть со стулки не упал. Как это? Ну, я к нему обратилась. Чем чаще, решим, чем решим. Сяпнули квартиру и все. И ходим по судам, последние копейки отдаем. Понятно. Ну, сейчас давайте. Еще Луганская. Ну, Кивенкаров нам помогал. Придет Павла. Он, наверное, на дачу. Позываем другу.